Минтранс Московской области на официальном сайте опубликовал программу ремонта автодорог на 2020 год. В Одинцовском городском округе запланирован значительный объем дорожных работ. Ремонт пройдет на региональных трассах, а также на улицах Одинцова и Голицына. С полным перечнем участков дорог и тротуаров, вошедших в областную программу, можно ознакомиться на сайтах областного министерства транспорта и администрации Одинцовского городского округа.